ഇത് വലിയ തോന്നുന്നു. റെസ്റ്റോറൻ്റ് വെച്ച് കണ്ടാറ് добрый дела, для дома. Мам, где тут у вас стул? Пока что вот с этой стороны мой. Где ничего не стоит. Это кто тут встречает? Это кто тут прибежал? Собаки, собаки. Кто тут прибежал? Какая ты сейчас? Бумер тоже качаться хочет. Нет. Как качаться бумером? Ночные гуляния, да, у вас? В холоде. Что так меня так долго ждет, течет? Жизнь на острове беспечна, вечно людям доставляя радости дня до дня. Лея, почему у тебя ухо гуляет одно? Злая колдунья. Зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка. Я скамейки снесу. Из каминочки. Промокла. Подарков надарили мы там. Это твой будет, будешь его возить в машине своей. Новые сникерсы. Шикарные. Джорданы. Правда, один больше другого получился. Но ничего, надо поменять будет. Не, они вырастут. Это я тебе подарила. Да. Доливай. Всем привет! Сейчас я расскажу о важном добром деле. Благотворительный фонд «Дикония» с 96 года осуществляет помощь зависимым людям, реализуя свои программы на разных площадках, в разных... Орела на примерочке. Какая красота сейчас. Боком встань. На спинку покажи. Такая красота у нас будет в наличии на следующей неделе. Держи.
Можно мне кашалот? Что вы делаете? Косолатку. Я заказывала. А почему нельзя, Ариэля? Лея. Я отдам тебе. Косолаточку. Садись. Сама садись. Сегодня у нас короткий день на работе. Ты где там, Маус? В перчаточках. Платье Моаны. Да, два платья Моаны, два крюка Моаны. Ты так тут сидит. Ты где откопала этот костюм? Крылышки. Класс. А где ты нашла его? Думаю, мы его потеряли. Вот это посмотрите. Это ж просто безумие, живая ткань. Девочки, мы скоро такого нашьем. Лея, ты в пижамке приехала? Я ела. Я ела в пижамке, приехала в бассейн. Ну, потому что мама не заметила. Что вы в пижамках? Да. Что я заметила? Не заметила. Давай. Это что за собака у нас новая? Это что за новый пёс такой? Покажи прическу. Покажи прическу. Это за молодой щенок. Кто побеждает? Кто побеждает, Лея? Какая сегодня погода? Просто тоска. Хорошо, что я уже еду домой с работы, и мы, может, даже успеем с детьми поехать в очень интересное новое место. Сидеть. Молодец. Сидеть. Молодец. Гуляй. Давай. Молодцы. Хорошо, отлично. Хорошо, молодец. Крокодил. Отлично, молодец. Что делать? Не поднимай. Да. Пусть он вот с ней, вот так, пусть он как бы... Выдержка. Да. Ты как в Ералаше, помнишь, был Ералаш с этими? С эклерами. Да, да, да. Бумеры и эклеры. А какая вкусная. Сегодня мы начинаем третий день нашей распродажи, нашей суперакции. Девчонки уже с самого утра заняли боевые позиции. Мы напоминаем, что у нас... Идет вниз! Идет! Идет вниз! Орел, только если поймаешь, то злее, дай его. Я тебя люблю, мамы.
И я тебя люблю. Я хочу с тобой. Ты же так со мной. Я не буду бояться. Ты не будешь бояться? Нет, папа. Там папа. Зачем? Качели свободы дома. Да, только я сейчас похоже грохнусь. Нет, ты не грохайся. Я же говорила, не надо, я туда орел. Сейчас будешь так всю дорогу ее поднимать. Значит, свою ватрушку и попку. Сама розовую движется. Тяжело мышь? Сообразили, как он забирается. Какое красивое платье. А боком? А спинкой? Красота! Так, вот пальто в новом цвете. Да, пальто в новом цвете, не узнаете. Уже? Можно заказывать. Да, только не узнать пальто это. Повод. Франсуэла в жизни, как переливается и сверкает. Стой. Красота. Какой классный снежок пошел. Вон, Лея не боится ничего. Ты упала. Ты упала. Апорт! Буйр, тебе не разрешали, если что. Давай. Молодец. Покажи-ка. Давай. Просто. Русал.
Боишься? Страшно? Иди сюда. Бумер. Прилег. Подставочка у него. Подставочка у него. Цветочек посажу. Можно делать тоже? Можно? Давай. Лямку или что ты хочешь делать? Я хочу сделать лямку. Делай, только аккуратно делай, чтобы ты мимо не зацепилась, да? Так, что у нас здесь? А здесь у нас джинсы, которые скоро будут у нас. Но пока что их нет, но скоро будут. Да, рюкзак скоро будет. Рюкзак уже есть, а джинсы вообще просто огонь. Да, есть чей. Так, у нас появились вот такие вот плюшевые костюмчики. Плюс. Это такая вообще мягкость. Это да. Реально плюшевый, как Джуси Кутюр вот раньше был. Вот, вот такого качества. Нормально ли? Нормально. Такой нарядный. А я нарядный, я же. Эй, барабашка. Бумеранг. Где? Вот вот и бумеранг. Сидеть ему. Сидеть. Бумер. Сидеть. Сидеть. Что за собака? Что за клыки такие у этой собаки? А? Что за клыки? Ну-ка покажи зубы. Ва, какие зубы. Едет бумер, едет бумер. Куда он едет? Он спать не пора? Нет. Нет опять? Вы же сейчас уснете на качели. Я притворяка. Пять минут и покачались. Сколько время? 9? 9. Ариэла, без 5:09. Ты все моешь полы на работе. Ты такая умница. Устала? Не хочется уходить с работы? Да. Ночью же, посмотри. Ночью тепло. Смотри, у нас наша только одна машина осталась. Ну, еще две машинки и вот еще. Да. Thank you.
глаза твои глубоко, там красота, необыкновенное чувство. Сегодня Джиган выпустил свой трек «Дни и ночи». Офигительный, ни на что не похожий. Давайте послушаем. Между нами тает лед. Я человек-пук. Лея. Рела. Его Костя зовут. Костя. Мышь. Мышь. Чудо-женщина. Чудо-женщина? Да. Это я. Это ты чудо-женщина? Да. А вот...